Здании, в Доме молодежи, тот, наверное, знает, что здесь конкурсы сменяются очень быстро. И вот не так давно в детском эстрадном конкурсе в средней группе призовое место занял Руслан Тахаев. О любви, о верности поется в песне, которую он вам сейчас исполнит. Руслан Тахаев! Thank you.
Руслан, мы с тобой должны маленько оправдаться. Наше волнение связано с тем, попробуйте-ка вы столько красавиц за кулисами, постойте-ка. Но самое главное, есть две красавицы, две очаровательных дамы. Руслан прекрасно выступал на конкурсе и занял, и так не волновался, как сегодня, потому что в зале находятся две очаровательные женщины, которые помогли выступить. И сейчас мне хотелось бы отметить этих женщин, этих дам. Это прежде всего комитет молодежи в лице Натальи Елбаевой взяли кураторство над Русланом Тахановым, ученика школы-интерната, и будет курировать всегда. И, конечно же, та фонограмма, то выступление, те костюмы, которые с любовью предоставили нам артисты из драматического театра, и в лице сегодня Светланы Ефимовны мы говорим вам спасибо. Вот две дамы, и аплодисменты сегодня тоже им, правда? Спасибо вам, спасибо.